Здравствуйте. Значит, простая проблема. Монтажная куча, дом из бруса, утепление 16 сантиметров, печка. Значит, печку, смысл печки в основном, чтобы чуть-чуть подсушивала и давала огонь. Обогревать здесь особо ничего не надо. И первое переживание, что эта печка, которая на 6 киловатт, будет больше давать. А вот же есть, смотри. Инструкции есть, да. Да, вот она. Угу. Пламень. Вот такой пламень. Угу. Вот из чего она состоит. Она чугунная. Угу. Ножки разбираются. Короче говоря, вот у нее верхний, боковой, дымоход. Да. 110 здесь, да. Да. И, соответственно, стену надо, дырку делать. Или стену, или крышу, тут же должен сказать. И сюда, в крышу, чтобы хотя бы в дом не лилось, если будет протекать. Это козырек такой. Вот такая вот история. А тут балка пергола заходит, я вижу, да, то есть заходит она сантиметров на 20, не больше, над крышей. Угу. Заходит, это вторая крыша, ясно.